Две двойки и две восьмерки в серийном номере у банкноты 5000 рублей российских, которые лежат на байковой поверхности 28 октября. Причем две восьмерки расположены слитно. А восьмерка — это цифра силы. Ну, поэтому двойная сила. Двойки разобщились, причем достаточно далеко. Двойка — это цифра познания, поэтому этот параметр энергетически в этой банкноте усиления не получается.